Галина и Владимир Афанасьева родились в разных странах. Она в Германии, он в Советском Союзе, в Пензе. Но они встретились и создали семью именно в Сарове. Мы встретились в общежитии. Вот здесь на Ленина 4. Это какой год был? 74-й. Встретились в 73-м, в 74-м мы поженились. Вот живем в Сарове. В этом году семья Афанасьевых отмечает золотой семейный юбилей – 50 лет в браке. С нашим городом неразрывно связаны страницы их трудовой семейной биографии. Владимир – почетный ветеран РФ Яцвнеев, доктор технических наук и заслуженный изобретатель и конструктор России, лауреат государственных премий. Галина почти полвека проработала в медицине. Она впервые создала в Сарове детскую физиотерапевтическую службу, была наставником молодых врачей и успешно обучала медперсонал. Своим трудом Галина внесла огромный вклад в развитие медицины в Сарове. 2024 год объявлен президентом России годом семьи. И на ВДНХ был зажжен всемирный огонь, частичка семейного очага сердца России. Централизованно все субъекты Российской Федерации этот огонь получили, в том числе Нижегородская область. И Нижегородская область уже во все муниципалитеты торжественно их передавала. Семья Афанасьевых получила частицу семейного очага в Дивеево на бракосочетании молодой пары. Они привезли его в Саров, чтобы передать саровским молодоженам. Это должно символизировать преемственность поколений и семейные ценности. Пусть огонь горит во всех домах и семьях, и все семьи будут счастливы. Мира и добра вам! День семьи, любви и верности получил официальный статус праздника в 2008 году. Праздничную программу в парке имени Зернова открыл образцовый ансамбль русской народной песни «Забава». Неспроста, наверное, этот праздник в середине лета, когда светло, тепло, ярко, и мы все понимаем, что такие же чувства дарит нам семья. Зрители принимали участие в интерактивных и творческих площадках. На сцену были приглашены 6 саровских многодетных семей. Город Саров славен замечательными людьми и, конечно, своими семьями. Семья дает нам понимание многих простых, но очень важных истин. Это совет и напутствие отца и деда, любовь матери и бабушки, забота брата и сестры друг о друге. И мы гордимся, что в нашем городе живут такие дружные семьи с крепкими фамильными устоями, со своими семейными традициями. Со сцены звучали слова о важности крепкой семьи, но одно дело слова, а жизнь всегда сложнее. Так в чем же секрет долгой и счастливой семейной жизни? Взаимопонимание, ну и желание и возможность уступать друг другу в таких бытовых делах, а их бесконечное множество. Любовь и верность, взаимное уважение. И я считаю, что в доме всегда должно пахнуть пирогами. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.